Телепузики, сейчас я на камеру буду есть, торопиться не буду, потому что вы сами знаете, это интернет, и я торопилась, ела на камеру, так как в Инстаграме там определенные минуты, одна минута, чтобы мне успеть пожрать. Сейчас я в Инстаграм не буду, потому что мне там много жрачки. Сейчас только для Ютуба мои телепузики. Погода у нас хорошая, ребят. Ем яйца, лук зеленый. Танюха, спасибо за лук, за укроп. Укроп забыла, сегодня насыпать не буду больше. Вот. И кофе с молоком без сахара. Сейчас я пойду в центр, там по делам. Ой, какая погода хорошая, ребят. Хоть бы неделю так бы была погода, солнца не было бы. Уже минута 24. Да, я чеснок люблю. Чеснок я люблю. Когда в деревне жила, сами знаете, вы видели мои видосы, я в деревне, мне чеснока много, по 500 зубчиков сажала. А это не знаю, кто-то мне сказал, что надо чеснок есть натощак утром. Кто-то мне говорил, еще я в деревне жила, я в деревне начала есть. Мне сказали 3 зубчика натощак, 3-2 для кровообращения, что ли. Кто-то мне сказал. Ну, конечно, когда в деревне живешь, все свое, ребят, да? Сейчас в аптеку зайду, куплю катаприл и корсил. Остальные у меня есть таблетки. Ну, мало заранее куплю. Погода хорошая, ребят. Я яйца люблю, только жареные. Я могу их каждый день есть. Только чтобы желток был прожаренный, не жидкий. Ну, мало что. Сейчас пойду, схожу, сполоснусь. Приоденусь и пойду в люди выйду. А то я уже давно не выходила. Ну, правда, я давно не выходила из-за жары, ребят. Я не знаю. Хоть бы какой-нибудь «Газпром» нашелся бы мне. Отвез бы в Турцию отдохнуть. Машка, молодец, трактор. Какая погода хорошая. Сегодня шо вторник. Погода хорошая. Надо в Калугу съездить. Ой, господи. Ой, какая хорошая прямо. Ветерок, ребят. Это моя полюбимая погода. Я люблю зиму. Осень люблю.
Не жарко. Я не знаю, почему так. Я когда молодая была, мне загорала всегда. А сейчас я не знаю. Для меня это жарко. Мы в Калугу на тамбу ходили. Дамбы или как называется-то? Дамбы или тамбы? Ой, ребятки, я не могу, ребят. Ребят, если еще кто не знает меня, я когда снимаю все вот это, вот я клоунчу, ребят. Мне же тоже надо контент делать, ребят. Телепузики мои. Ну а что делать? То, что я это и жру побыстрее, это часы и контент. А что делать, ребят? Не посеешь, не пожмешь. На осинке не родятся апельсинки. Все это надо работать, работать, работать. Я краситься не буду. А, сейчас краску куплю я себе. Я хочу, ребят, другой цвет покраситься. Не знаю, возьмется мне или нет. Ой, как ветерок дует. Ну все, позавтракала. Пойду я сполоснусь и пойду я в люди выйду, прошвырнусь. Мне надо краску купить, покраситься, ребят. Не знаю, кого-то надо попросить. Ну, конечно, не бесплатно. Ладно, зайки, до эфира встретимся. Встречи до эфира. Пожрали.